Дорогие друзья, я вас приветствую на стальной грани. Мы в течение 10 лет производим луки, и каждый год мы стремимся к совершенству. Добрый день. Дорогие друзья, сначала я хочу сказать пару слов о том, как мы делаем наши луки. Точнее, не мы, у нас есть целый коллектив, каждый занят своим делом. Так вот, наши мастера, которые изготавливают, собственно, сами луки, своей технологией с каждым годом совершенствуют и совершенствуют. В этом году мы вышли на принципиально новый уровень. А именно, вот уже классический лук, который стал классикой нашего фирмы, это лук Марк, для примера. Или же вот такая же новинка, которая была представлена буквально полгода назад, лук Сатурн. Чем они отличаются от своих серийных братьев? Здесь уже используется новая технология склейки рукояти. То есть вместо того, чтобы использовать цельный массив ценных пород древесины, наши мастера стали использовать склейку из нескольких слоев шпона, прессованных, пропитанных смолами. Что это дает? Во-первых, это красиво, как говорится. Это дает совершенно другой вид. Во-вторых, это дает большую жесткость рукояти. Для чего это нужно? Жесткая рукоять обеспечивает более стабильный выстрел. То есть это повышает точность лука. Кроме того, это повышает стабильность и удобство в пользовании. То есть такие рукояти более долговечные, более долгоживущие. Они менее боятся любых внешних воздействий. То есть мы постепенно уже выходим на уровень мировых производителей. То есть фактически такие луки, вот в данном случае эта модель, она практически ничем не уступает тем лукам, которые производят именитые американские, английские производители. Так что в принципе можно уже утверждать, что наши луки выходят на мировой уровень. Дорогие друзья, есть у нас старая добрая традиция. На каждую стальную грань мы представляем какую-то новинку. В этот раз мы представляем две новинки. Два совершенно новых лука. Первый лук, который я хочу показать для вас, это лук Spirit. Здесь в данном случае два варианта. Светлое исполнение, Silver и Black. И, кроме того, они немножко отличаются по размерам. Этот у нас имеет длину 58 дюймов, этот имеет длину 56 дюймов. Чем эти луки примечательны? Это новая модель. Она визуально повторяет луки ассирийские. Вот. И немножко гуннских мотивов. Чем она особенна? Имея хороший рефлекс плеч, то есть плечи, когда снять тетиву, будут сильно выгнуты от стрелка. Этот лук имеет высокую скорость вылета стрелы, что характерно для луков восточного стиля. Но в то же время, за счет длинных плеч, сравнительно более длинных плеч, этот лук имеет очень комфортный вытяг. Поэтому этот лук мы рекомендуем для тех, и кто начинает стрельбу из лука традиционного, и уже для мастеров тоже можно его порекомендовать. Кроме того, за счет того, что у этого лука периферийная рукоять, так называемая, симметричная, он подойдет и как для правши, так и для левши. То есть не нужно специально делать заказ, любой человек, правша или левша, может взять его и стрелять. Вот. Кроме того, да, маленькая деталь, с этого дня буквально, наши луки получили новую отличительную особенность. На луках появилась вот такая медалька с эмблемой, с логотипом нашей фирмы. И еще одна модель, которую я хочу сегодня показать, по большому счету, это не революционная, но очень продвинутая модель. Это вот такой короткий рекурсивный лук восточного типа Fox. Чем он примечателен? В первую очередь, это очень компактный лук. Здесь длина его по огибающей всего 50 дюймов. То есть это классический лук восточного стиля. Вот, по форме очень похож на корейские луки и турецкие. Но в отличие от своих исторических прототипов, он имеет полностью активное плечо, что дает ему максимально возможный КПД. Второе. В рукоятку лука мы вставили резиновый демпфер. То есть, во-первых, это стало намного комфортнее удерживать лук, а во-вторых, он компенсирует вибрации в момент выстрела. Третье. За счет удачной формы плеч лук получился не только очень быстрый, но очень мягкий. Что значит мягкий? Когда вы тянете лук,
нету эффекта затормаживания, то есть лук не упирается. Лук тянется на любую длину для своего размера и очень мягко и очень точно стреляет. Это очень качественный, удобный и в то же время доступный лук. Всего хорошего, до свидания.